Всем привет! Сегодня мы будем участвовать в колядах. Вероника, Даша и Назар. Сейчас загорится елка. Елка, давайте. Раз, два, три. Елочка, гори. Чуть-чуть не получилось. Елка зажглась раньше времени. Вот тут у нас еще вот такие гирлянды. Снеговичок. И вот такие гирлянды на окнах. Фонтанчик со льдом. И елочка красивая. Ну и вот. Это Даша прописала. Добрый день, нормально я. Блин, все тут оставляют свои тиктоки. Это Даша, блин. А не, это Карина. Тихо ты. Видео же идет. А может мой тикток оставить? Вот Даша. Тикток Даша. Богатство. Стойте, а какой у меня? Инстаграм надо поставить. Какой у меня Инстаграм? Мой Инстаграм, я тоже хочу оставить. А как написать Инстаграм? Инстаграм. Да куда ты пишешь сюда? Я свое хочу. Инстаграм. Ну круто. Тебе нравится? Да. Нет. Слышишь? Я бы так сделала. Красивый. Это же не мой. Это же не мой. Выверни наизнанку. А как его? А, как завязать? Это я делала, а я выворачивала. Как завязать? Вы все завяжите. Завязываем. Это, слушайте, две шубы в одной. Мишка такой красивый. Одна шуба в одной. Одна шуба в двух. Куртка застряла. Какая куртка? Это шуба. Дядя, тетя, брат, сестра. А мне одеваться? Я что, так пойду? Отойди, отойди. На моей душе, ребята. Я представляю, если Мишка, как дела? Мишка, как дела? Нормально. Как дела? Если понюхать Дашу механосицу. Тихо ты. Если понюхать Дашу костюм, то можно сказать. Вот, это цыганки. Он чувствует? Две цыганки. Он чувствует, зачем ты его бьешь? Две цыганки. Смотри, ему идет. Цыганка, привет. Тут ты нормально убьешь. Мы не цыганки, мы обычные девочки. Лера, мы обычные девки. Мишка, механосец, козочка. Отойдись, механосец. Козочка. Иди отсюда. И что я не знаю больше, что показывать? Картина. Здравствуйте. А ты темно. Здравствуйте. Цыган. Мой. Мы пойдем кредит оформлять. Тихо. Мишка. Мишку не видно. Чего? Красота. Темнота. Я призраком стал. И елочка. А меня? Видно. Красота. Фонтан. Ой. Фонтан, елка. Нет, не надо сильно. Идем. В каком направлении отправляемся? Прямо. Понял. На юго-восток. Пора. Пойдем на базу домой. Столько. Вот это огурцом.
всем взяла. Дозвольте, господары, на ваши дворы постоять и ты пошедровать, а дед пропал. Пошла коляда колядуша, а за ею дед девки щедрующим. Пришла коляда у першую хату, а в першей хате и кутю там куть. Пошла коляда у другую хату, а у другой хате сало шипить. Пошла коляда у третью хату, а у третьей хате серебро звенить. Пошла коляда у четвертую хату, а у четвертой хате колбасу пякуть. Колбасу пякуть, може и надо дуть. Эй, коляда, коляда, тут нет. Мы частушки на коляске развеселые споем. Вы нас ваще угощайте, а то обидимся, уйдем. Коляда идет вам в дом, денежки не передам. Дома даст нам больше всех, там ждет большой успех. Не видите на меня, что я кусоватая, масала не таею, не виноватая. Я на вишенке сижу, не могу накушаться. Лукашенко говорит, маму надо слушаться. Ты добрые господары, как нас почастовать? А то, бабуся, это вам, да конечно, добрый. Ой, господары хорошие. Готовьте пятак, да гроши. Добрый вечер, господар. Принеси колбасок, па. Походи ты к коляпечке, пошукай нам пиропечки. Вынеси сало, не скупися. Коли стол будет накрытый, дык и год будет сытый. Ну-ка, ритни, музыкант. Смотри, пальчики, хай успокоились наши девки на пальчики. Ну что, стало ныне не маска. Сказал, будет падать? Знаешь, господар, какие у нас медведь? Ой, я что имею? Он и танцевать, и петь, и загадки загадывать уметь. Ну-ка, покажи, как ты танцуешь. Я шею нам... Покажи, Мишка, я девки на танцы собираются. Вояк, вояк. Давай, чина. А покажи, как пьяный домой возвращается. Ой, який вучоний Мішка у нас. А загадай загадку. Зимой, летом, одним цветом. Ой, у мене в лесу много їх, ёлка. Неправильно, доллар. Мене ж такой наводит, да. Ну что ж, може вам... Где-то запах ходит. Там жито зародит. Где коза погайсая, там жито уродит. А где не бывая, там я номиная. Где коза бывая, там счастье витая. Расходись, развеселись, всему двору поклонись. Давай, коза, поскочим, ты ножками построкочим. Го-го, коза, го-го-го, жира, не ходи, коза, а кругом взяла. Го-го-го, коза, го-го-го, жира, не ходи, коза, а кругом взяла. Ой, па! Что это
так замарили козочка. Треба. Ай, козочка, ти замарилася. Как коза устала, треба козе сало. И мехов сало, как коза устала. Нашей козе немного треба. Полбочки гречки на перепечке и повозы сена, как коза села. Да дорога колбаса. Ну вот, колбаса на ноги поднимается. Вот, ой, молодец, козочка наша поела и лучше стала нашей козочке. Мы віншуем вас со святом и жадаем вам усяго богата. Ну, за ваши песни, за ваши припевки. Тут здоровы были вы и много лет вы жили. Хватит. Травы полные столы, каб удоволь повеселились вы, каб здоровы все были. Ой, спасибо, Калядовский. Бывайте здоровы, живите богато, небо вы солью наполнится хата. А давайте еще вместе сфотографируемся с Кириллом. До свидания. Ой, сейчас я его покалядовать. Да, калядуйся. А за ею девки щадруйся. Пришла каляда у першую хату, а у першей хаті кутю толкуть. Пойшла каляда у другую хату, а в другой хаті сало шипить. Пойшла каляда у третью хату, а у третьей хаті серебро звеніть. Пойшла каляда у четвертую хату, а у четвертой хаті колбасу пекуть. Колбасу пекуть! Може і нам дадуть! Може і дадуть! Гей, каляда, калядіця! Мы частушки на колядке развеселые споем. Мы на сваще уезжать, а то обидимся, уйдем. Коляда идет в дом, и мешки несет добром. Кто подаст нам больше всех, там ждет большой смех. Не смотрите на меня, что я худоватая. Мама сало не доед, я с ней виноватая. Я на вешенке сижу, не могу накушаться. Лукашенко говорит, маму надо слушаться. Давай, свои впечатления, как тебе? Нормально. Что понравилось? Не знаю. Что понравилось? Конфеты. Надеюсь, что понравилось тебе в этом празднике? Что, Коза, тебе понравилось праздник? Да. Что тебе больше всего понравилось? Все. А? Все. Все, это что все? Ну, все. Грязь? Холод? Нет. Падать? Падать. Это доллар. Неправильно, доллар. Ну, я сказала, это доллар. Где коза заходит, там жито зародит. А где погайсая, там жито повылягая. А где не бывает, там яно миная. Где коза бывает, там счастье витая. Ого-го, коза, ого-го, коза, не ходи, коза, отрубимся, коза. Ого-го, коза, ого-го, коза, не ходи, коза, отрубимся, коза. Ой, упала! Треба козе сало, каб она устала. И мир колса, каб коза была сыта. Нашей козе немного треба. Побочки гречки на перепечке и повоза сена, каб коза села. Да на рога колбаса. Травы полные столы. Мы віншуем вас со святом. Жадаем вам усяго багато. Мы пришли, я устал. Вся команда.
наша. Устал, шапку, ушанку не потерял, не судит. Зернышко. Все там поют. Хорошо, но чуть-чуть устал, ноги болят. И... Ноги болят и... Это должно. Ноги болят и... Голова чешется от парика. Ну, тут так круто. Включай свет. О, ты дебил. Все, мы пришли. Как? Иди сюда, помоги. Ну, рассказ. Как ты? Супер. Ужасно жалко. Начальник, а говно! Как тебе? Ты раньше ходил коледовать? Нет. Ну и что, как ты думаешь, нормально такое? Класс. Классно? Чем понравилось? Ходить по домам. Не ожидал, что так будет? Прикольно, да? А ты что скажешь? Как механошей быть? Очень сложно? Очень. Почему? Потому что... Потому что тяжелый мешок? Да. А медведем как быть? Я одежду слишком плохо, пить очень хочу. Медведь должен не пить, а мед есть. Вообще медведь зимой спит, наверное. Да? Самый лучший дом, наверное, был дошвырок. Нам не там дожили. У меня змея. Дашка, ты уже косточку сыграла. А я А как Назар Мишку играл, да, Назар, и танцевала, и танцевала, знаешь, как загадывала, да? Я даже не угадала. Ну? Молодец, Мишка. Согласен. Да, долго. Вон, мы давали.